Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем распаковывать устройство для чтения электронных книг Galaxy. Производитель всем известная, да, торговая марка Ozon.ru. Сейчас, я думаю, можете не ломиться на данный ресурс и не искать ее в продаже, потому что, скорее всего, ее просто нет. Покупалась она очень давно, то есть данная распаковка будет у меня в двух плейлистах, то есть в распаковках и в капсулах времени. Почему? Потому что я считаю, что это, в принципе, по праву устройство, которое может быть приравнено к там, старым замкам и прочим, ну, которые, грубо говоря, более-менее сохранили первозданный вид или комплектацию. Данная книга пользовался очень мало. Приобретал, не помню уже в каком году, лежала без дела. 100% она, я думаю, разряжена, но посмотрим. То есть у нее очень высокий саморазряд присутствует. Посмотрим, может даже включится. В комплекте у нас сейчас увидите, что идет. А сейчас по характеристикам. То есть все характеристики указаны у нас на коробке. Коробка достаточно такая увесистая, плотная. Немножечко предыстории. То есть сам Ozon ничего не разрабатывал. То есть они заказали, если не совру, у Оникса ихнюю книгу с небольшими изменениями. Если не совру, то сейчас вот будет две картинки, да? С одной стороны она, в смысле вот данная книга, и Оникс с другой. У Оникса Wi-Fi, шестая серия какая-то, 6-дюймовая. У Galaxy сим-карты. То есть зачем-то они это посчитали более необходимым, но выпилили Wi-Fi. Либо просто его каким-то образом залочили, заблокировали на уровне еще операционки. То есть он есть, но там, допустим, драйвер потушен как-то. Так, ну все, картинка, я думаю, ну и будет найдена, и того, и другого устройства. Ну, погнали распаковывать. Так. Когда-то я получал вот запаяно это все было. Ozon.ru. Сейчас Ozon относится к этому всему попроще. Так, устройство для чтения электронных книг Ozon Galaxy является персональным компьютером планшетного типа. Относится к группе технически сложных устройств. А что это говорит? А это значит, что для любителей сдать вещь в течение 2 недель, это не тот случай. Так, производитель у нас, да, все правильно сказал, Onyx International Holding Limited. Очень известная компания, по крайней мере, в книжках электронных уж точно, на E-Link экранах. Так, серийка Ozon Galaxy, Onyx International, аккумулятор 1600, источник питания 5 вольт, максимальный ток 1 ампер, сделан в Китае. Вот так. Так, ну и по характеристикам все, наверное, да, упаковка. Здесь запайки нет. Так, по характеристикам. Перед вами, значит, немножко вводно. Galaxy Ozon, персональный компьютер планшетного типа с функцией чтения электронных книг. Это компактный, удобный ридер, представляющий пользование Ozon.ru. Возможно, бесплатно соединение через высокоскоростной интернет 3G с электронной библиотекой Ozon.ru. Даже не помню, пользовался я этим сервисом или нет. Его также можно синхронизировать с вашей домашней библиотекой, подключив компьютер через USB. Оснащен данный аппарат 6-дюймовым экраном с сенсорным управлением благодаря технологии электронных чернил E-Ink. Вы не получаете разницу между чтением электронной и бумажной книги. Позволяет не только читать, но и слушать музыку, записывать свой комментарий, оставлять заметки на полях. Устройство поддерживает все основные текстовые графические форматы. Одной зарядки хватает на 30 часов. Так, активное, видимо, использование. Значит, что у нас по процессору? Процессор Freescale IMX31 с частотой 532 МГц. Наверное, ужас, да, сейчас это вызовет. Не знаю, содрогание, как представить одноядерный процессор. Оперативная память 128 МГ всего лишь. Память постоянная, запоминающая ROM A512. Поддержка SD-карт полноценных, не микро. Экран E-Ink с диагональю 6 дюймов, разрешение 800 на 600. Неплохое, кстати, решение на тот лохматый год. Сенсорная технология Valtop, то есть там перо у него специальное.
на палец, насколько помню, не реагировал. Поддержка форматов PDF, EPUB, TXT, HTML, RTF, Mobile Pocket, но без какого-то DRFB2, CHM, DGU, DOC, PDB. Ну, собственно, все это он держит. Встроенный музыкальный проигрыватель, ландшафтная портретная ориентация, выбор размера типа шрифтов, PDF Reflow, компакт, комфортное чтение PDF текста, поддержка графических форматов BMP, PNG, TIFF, JPEG. Поддержка музыкальных форматов MP3, стандарт сотовой связи, соответственно, GSM 900-1700, то есть это 3G размеры, 200 на 125 и толщина 13. А вес 350. Он не легкий, сразу говорю. Я думаю, по миру они разлетелись, эти. Ну, не по миру, как минимум по нашей стране. То есть Озон сколько-то их продал. Не знаю, какое количество, но что-то они продали. Так, значит, Озон Galaxy. Ух ты! Аж 12-й год. А, ну это я себе на Новый год подарок купил. 29 декабря 2012 года. Приобрел я его со скидкой. И он мне обошелся 1990 рублей. Сейчас подобное устройство. Вот заказ. Не вру. Подобное устройство я смотрел типа Digma на данный момент. То есть на декабрь 2021 года. 6-дюймовки. Не знаю, сенсорный или нет. Что-то порядка 7000. Как в таких магазинах типа MVideo. Так, коробка вот такая плотная, хорошая, без опознавательных знаков. Соответственно, здесь ничего нет. Onyx, скорее всего, делал, может, и какие-нибудь Amazon книжки, читалки. Поэтому Озон в свое время очень, видимо, хотел хотел копировать Amazon, поэтому решил пойти по этому пути, но что-то пошло не так. Так, чехол уже закончился. Мой любимый этот ПВХ, или как его, то есть типа а-ля кожа. Ну, то есть все уже, шарушки, катышки. Ну, то есть он уже закончился, от слова совсем. Но это родной чехол. Выдавлен Озон. Насколько я помню, он уже закончился еще в 2012 году. То есть такую шляпу вложить, это, конечно, тот еще прикол. То есть любителям эко-кожи, вот этого всего вот заменителя, особый привет. Вы уж меня простите, но кожу ничто не заменит. Мне, конечно, тоже жалко и хрюшек, и крупнорогатый скот, ну, из которых это все делается, да. Но лучше никак, чем вот так, честно. То есть, я не знаю, лучше полностью тряпичный. То есть, абсолютно не имею ничего против тряпичных чехлов. Да, то есть, что в машине, что на устройствах. То есть, ну, лучше так, чем вот такой кожзам. Смысл. То есть, ну, это бред. Но, Игорь, это произошло не сейчас. Я помню, когда я его только начал использовать, он что-то за месяц уже начал вот облазить. То есть, время не пощадило, да. То есть, почти 9 лет устройства. Ага, так, да, жена включала, немножко заряжала, значит. Да, все правильно, все правильно. Так, это мы уже, да, это мы чинили. Это вот натуральная кожа. То есть я пытался это приклеить к дерьмонтину. Да, 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 да. Все правильно. Угу. Ну вот, кусочек кожи только и выжил. Да, то есть вот через месяц вот это все облезло, чтобы вы понимали. Ну, вот такого качества экран, но, точнее экран, чехол, но он жесткий. То есть вот здесь вставлено что-то жесткое, чтобы не повредить экран. Напомню, экраны очень дорогие. То есть это, опа. Угу. Опа, другой рисунок. Ага, достать бы теперь его. Так. Наверное, пока ролик тормознул. Выцарапать его оттуда целая песня. Так, ну все, стронулся. Прилип. Так, ну в общем, мы тут шляпу сразу в сторону. Весь этот мусор от нее. В целом задумка неплохая. То есть реально должна уберечь вашу книгу было, ну, от падений, ударов. Но что-то пошло не так. Даже выемка под стилус есть.
Ну, ладно. Так, давайте немножко по комплектации и уже займемся книгой. Так, вытряхаем всю эту дрянь. Теперь избавиться. Так, кабель очень длинный, хороший. 1,2 м, что ли, по паспорту, насколько я помню. То есть вот с таким вот фильтром. Это он от кожи так потемнел. Потому что чехол был внутри там. Так. Ну, кабель реально толстый. Сечением. Я вам не скажу. А, нет, скажу. Так, две жилы по 24 АВГ и одна 28. Это азиатский этот диаметр. Ну, кто у типишки покупает, обжимает, знает. Ну да, где-то 1,50 м, 1,40 м есть в нем. Ну, очень хороший такой плотный кабель. То есть, ну, не в волоснях, скажем так. Уложим пока это здесь. Угу. Зарядка. Так, ну здесь все по-простому. Оникс, как видите. То есть прям тяжеленькая, нормальная такая, плотная. Но при ударе немножко звенит. Так. Ну, 5 вольт она. А выход 1 ампер. То есть 1 амперная классическая 5-вольтовая зарядка. Так, тоже в сторонку пока. По макулатуре. Здесь у нас что? Мак-центр. Это сервисный центр. Гарантийный талон, интернет-решение, то есть это Озон по-другому. Ссылки теперь в этой дрени. Так, значит, вот ее еще раз характеристики этой книги. Срок службы 2 года, гарантийный срок 1 год. Стандартам ГОСТ даже соответствует. Так, это размеры. Почему-то здесь он стал меньше и тоньше. Подозреваю, это без чехла 11,6. Ну, в принципе, да. Это значит, он 13 или сколько там на коробке, это с чехлом. Так, литий-ионовый аккумулятор емкостью 1600, форматы, USB, стерео на наушники 3.5, карта памяти, 3G модуль Huawei у нас EM730, ну и, соответственно, 8 градаций серого на этом E-Ink экране. Вот такая вот инструкция. Как включить, как зарядить, как листать. На паузу нажмете, если у вас потерялось. Я думаю, можно и в интернете найти. Так, по, значит, разъем. Регулятор громкости у нас снизу. Разъем USB. Кнопка Power. Разъем для наушников. Слот SD-карт. Значит, выключатель 3G у нас ползунок сбоку. Угу. Так, крышка. Так, слот для стилуса у нас стилус сверху. Крышка вот эта пластиковая, потому что, да, сотовая связь должна, ну, проходить. Антенна, видимо, здесь. Так, и кнопочка резет у нас под этой крышкой пластиковой. Ну, собственно, и все. То есть вот сюда пока. Так, и толстенное руководство пользования. Вот, наверное, 0,7 где-то. Так. Ну, молодцы. Нет, попытка Озон однозначно была, ну, прям классной. То есть, молодцы. Пытались. Как им пользоваться. Индикатор. Кстати, да, у него, помню, роскошный индикатор. Калькулятор, график. Включать экран. То сейчас, в принципе, он выключен. То есть, вот это вот просто картинка. Каждый раз, я, насколько помню, разная. Там, как, типа, ее тоже в настройках можно выбрать. Ну, типа как заставка, что ли. Нет, инструкция классная. Шрифты, увеличение. Да, вот они. Можно рисовать еще. То есть что-нибудь рисовать, и здесь у вас будет высвечиваться. Ну, как сохранить настройка. Сколько помню. И вот, собственно, вот так выглядит браузер. Реально работает. Где-то в 2013 году я это все пробовал. Действительно, самая жесть это баннеры. То есть у них есть частота обновления, то есть и потихоньку они просто превращаются в черный. То есть появляется там раз, ну что-то написано, допустим, там, купить автомобиль Лада, там, и уже черный брусок просто в этом углу. Но в целом
Если бы не реклама, то есть реально можно пользоваться интернетом. Ну и, собственно, как выглядит сам MPEG 3 Player. На клавиатуру, опять же. Так, ну, собственно, и все. Ozone.ru. Так, все, наверное. На инструкции больше не акцентирую внимание. Так, теперь само устройство. То есть это у нас очень приятно шершавый металл. Здесь он просто прям холодный. И e-book reader. Ozone Galaxy. Пропитание. Естественно, он вот стал таким темным из-за вот этого чехла, который линяет. Так, это у нас включение-отключение 3G. Не знаю, как заснять. Фокус. Вернись. О. Вот так вот. Собственно, громкость. Мини-USB. Питание, наушники. Угу. И даже карта памяти. Ух ты ж, на 8 гигабайт. Прикол. Так, здесь у нас все пусто. А, резет вот насквозь, кстати, можно нажимать, не снимая крышки. Ну и сам вот очень прикольный, классный стилус. С прозрачным таким немножко кончиком. Немножко подпружинивает. Потерять не должны, но есть петелька. Так, о, другая картинка. Сейчас попробую подключить зарядки. Угу. То есть вот такой вот классный диод. Ну, Onyx, в принципе, молодцы. То есть ихняя продукция, она прям... Так. Ну, соответственно, выходим в меню. Можно повернуть экран, можно выключить. Так, вот домик. Библиотеку. Там словарь древних. То есть можно листать кнопками, можно курсором, то есть вот так вот примерно этот глаз улавливает. Так, градации серого тут должны быть и шрифты. Выбор шрифта, стиль. Так, средство управления, поворот экрана. То есть можно еще вот так вот сделать это все. Ага, и вот так по номерам, если это есть, переключать страницу. Угу. Все отлично. Так, и уровень заряда. Собственно, вот такая вот книжка. Так, и рисунки. То есть можно выбрать строчки, можно выбрать уже какие-то рисунки и на фоне них. Рисовать.
Очень красивое устройство, технологичное. Так что, если где-то увидите БУ еще живую, однозначно можно брать. Ну все, всем пока. Не забывайте подписаться на канал. До скорых встреч на канале.